Відродимо історію Слов'янська. Ініціаторами такої акції виступили співробітники міського тижневика газета оголошень «Слов'янські відомості». 29 квітня в рамках цієї акції уся редакція взяла участь у розчищенні завалів навколо каплиці склепу Залеського. Цей пам'ятник архітектури кінця 19 століття внесений до реєстру історичних пам'яток міста Слов'янська і знаходиться на старому міському кладовищі по вулиці Шевченка, колишній Харківській. Вот эта вот часовня, это вообще как символ нашей духовной зрелости. Духовной зрелости, как жителей этого города. Потому что, ну, я вам откровенно скажу, путешествуя по стране и за рубежом, я нигде не видел, чтобы в центре города старинное кладбище, ну, просто уже отсутствовало по причине того, что за ним никто не ухаживает. Обычно память о предках – это одна из тех лакмусовых бумажечек, которая проверяется на прочность именно нация, народ, горожане. И в нашем городе это кладбище, старинный городской погост, он существует уже, ну скажем так, более двух веков. И до 60-х годов здесь еще как-то сохранялось, поддерживалось. Ну, скорее всего, что разруха началась после 90-х. И с тех времен оно ужасно заросло. Тут нету не найти можно ни одной могилы. Хотя здесь покоится прах тех людей, которые определяли историческое, культурное и архитектурное лицо нашего города, того же знаменитого Ктитора Шнуркова, тут вся его семья похоронена, того же помещика полковника Вейса, именем которого названо озеро Вейсовое. Вот. И постоянно ко мне, как к редактору газеты, как журналисту, не как депутату, а как журналисту, обращались люди, ну, из религиозных общин и просто заинтересованно говорят, когда же что-то мы сделаем. И в планах у меня давно было привлечь внимание именно общественности вот к этой проблеме. И знаете как, надо начинать с себя. Поэтому мы в редакции посовещались и решили так, как в большой неубранной квартире, надо расчистить маленький кусочек, а потом дальше, привлечь людей, привлечь внимание общественности к этой нашей проблеме, что в центре города у нас вот так вот старинный городской погост вообще полностью отсутствует. Вот. И постараться, я прекрасно понимаю, что восстановить его не удастся в том объеме, каком есть, но хотя бы сделать реконструкцию маленького уголка, как это во многих городах, а в той же Москве сделано. Собрать надгробия в одном месте, вот на базе этой, например, часовни, которая еще у нас, дай бог, наполовину сохранилась, ее отреставрировать и сделать здесь уголок с надгробиями, с лавочками, собрать сюда надгробия вот этих, как я говорил, видных жителей нашего города, бывших, вот Вейса, Шнуркова и других, и чтобы люди могли сюда прийти, поставить свечки, зажечь лампадки и прочувствовать вот эту связь веков, потому что, ну, без прошлого нет будущего. У ході робіт були вирубані чагарники навколо каплиці, зібрано і вивезено сміття, очищено і відновлено вхід у склеп. Втім, це лише краплина в морі, кажуть самі учасники акції, адже таких могил на цьому кладовищі десятки. Тут поховані і практично втрачені могили поміщика Вейса, ім'ям якого названо одне з наших озер, могила купця Шнуркова, прагненнями якого побудовано декілька будинків, що існують і донині, зокрема ДК імені Леніна, колишнє купецьке зібрання, та й сам солоп. Промисловець Залеський на рубежі 19-20 століття вніс істотний внесок у розвиток міста. Поэтому мы решили, еще раз говорю, начать с себя. Поэтому сегодня наш субботник, полностью весь коллектив редакции пришел сюда, и мы несколько часов проработали, расчистили. Совершенно тут, ну, невозможно прорубиться сквозь заросли. Мы можем все-таки сходить посмотреть могилу Шнуркова, что от нее осталось, вот основных титров. Вообще парадокс. Город пользуется до сих пор зданиями, которые он построил. Тот же купеческое собрание, дворец имени Ленина. Вот, а могила его полностью отсутствует, ну, как бы разграблено. И мы, понимая, что все мы не можем сделать, мы решили вот именно часовню Залеского расчистить, потому что это единственный уцелевший памятник на сегодня. Ну, и это один из видных граждан был нашего города конца 19-го, начала 20 века. Дома, которые он построил, до сих пор существуют на улице Розы Люксембург, два дома однотипные, вот, жилые. Ему принадлежала одна
одна из первых типографий в городе, тут тоже связь как бы наша с газетой, вот, магазин пищебумажный. И он солезаводчик, промышленник был, на его деньги многое строилось здесь, созидалось, и в том числе эта часовня. Вот. Но, к сожалению, более точных данных о его жизни, смерти нет, хотя склеп находится, вот я, мы расчистили его сегодня, он находится здесь. Вот. Но, тем не менее, вот как-то так восстановить, и хочу еще раз обратиться к жителям нашего города, что вот сегодня мы повесили такую импровизированную афишку, ну, с просьбой как бы обратить внимание и помочь нам. В дальнейшем хотим установить здесь мемориальную доску, вот, с упоминанием о том, что это памятник архитектуры местного значения градостроительства, он внесен в перечень памятников, охраняемым законом об охране памятников и культуры. У нас вообще славянских, слов сказать, их 23. Вот, и вот эта вот каплычка, эта часовня сюда входит. И в дальнейшем, я думаю, мы сделаем регулярные такие, вот, ну это не субботники, это веление души восстановить вот истоки. Я вам скажу, тут даже личный момент добавился. Буквально позавчера, когда мы с местными краеведами здесь осматривали поле работы, выяснилось, что оказывается вот здесь буквально в 15 метрах вот этой часовни захоронены предки моей жены. 100-150 лет, то есть могилы семьи Поляховых, это как бы ее прапрапрабабушка, прапрапрадедушка, и у меня сразу, знаете, какое-то озарение, я почувствовал, что надо вот немедленно не звать никого, не оповещать, а идти и делать. От ми прийшли сьогодні і зробили. Сьогодні колектив редакції закликає формальні і неформальні об'єднання наших городян прийняти і підтримати акцію, аби кожен міг зробити внесок у відновлення історичного минулого нашого міста.